Эй-вэй-вэй, с возвращением. Здравствуйте, простите, я не могу. Вы не можете говорить? Я на испытательном сроке. Как вы себя чувствуете? Я ничего не могу сказать. 80 дней, я не знал, как выгляжу. Творчество Ая известно во всем мире, но он отрицательно высказывается о действиях китайского правительства. Его арест также является предупреждением всем деятелям искусства и критикам. Они хотят заставить его замолчать. Мне страшно. Ты пишешь, что думаешь. Папа, возьми меня на ручки. Мне умереть не страшно, но у тебя сын. Если я буду молчать и вести себя не так, как считаю нужным, то превращусь в мертвеца. Надо доказать мою невиновность. Вот именно. Мы начнем с незаконных действий полиции.